Безвизовый режим между Беларусью и Китаем может заработать уже в течение месяца. Об этом заявили в Палате представителей, где сегодня ратифицировали соглашение о безвизовых поездках с КНР. Безвиз коснется владельцев обычных паспортов. В начале июня Минск и Пекин уже подписали межправительственное соглашение о снятии визовых барьеров. Однако для притворения системы в жизнь нужна ратификация обеих стран. Отношения между Беларусью и Китаем развиваются очень динамично. У нас очень хорошие торгово-экономические отношения. У нас целый ряд проектов в области культуры, спорта, туризма. Ежегодно около 150 миллионов китайцев путешествует по всему миру. Ну и для сравнения, в прошлом году Республику Беларусь посетило около 20 тысяч. Поэтому, конечно, подписание такого соглашения будет способствовать не только наращиванию туристических потоков между Беларусью и Китаем, но и развитию и торгово-экономического, и культурного сотрудничества. Обсудили парламентарии то, как улучшить условия для белорусского бизнеса. В частности, один из законопроектов, вынесенных на рассмотрение, должен снять излишние административные препоны.